да, друзья, когда вы путешествуете, то неизбежно наступает момент, когда нужно покушать. И вот мы пришли к этому моменту, находимся в небольшом таком кафетерии, мы его знаем и любим. Это на улице Lighthouse в городе Pacific Grove, в городке. Здесь такое, в общем, неплохое меню, и это одно из тех мест, где мы так частенько питаемся. Здесь помимо американского меню есть еще и иностранные всякие. Вот итальянское есть, греческое, вы видите. А вот русское. Что же у нас тут, друзья, из русского? А у нас бифстроганов. Да. Мексиканское. Ливанское ламшанк. Это исключительно здорово здесь делают, ребята. Итак, друзья, то, что вы видите в моей тарелочке, это супчик клэм чаудер. Такой довольно густой получился. Это тоже мое. Это бифстроганов. Бифстроганов, да. Так, это у нас у Михаила. Что бы это было, Михаил? Seafood plate. Seafood, ага, значит, рисок с овощами. А вот эта горка слева. Рыбка одна, рыбка другая. Это креветки. Это вот они и есть seafood. Ага. Светочка, что у тебя там? Это называется лэмшэнк. Лэмшэнк. То есть мясо барана на косточке, но это такое, что она буквально отваливается. Тает, да. Оно отваливается от этой косточки. Косточка тает. Не нужна. Вот с этим мы, друзья, и отправляемся на ланч, на обед. Да, обед. Ну, смотрите, как она... Все так же пустынно, как и когда мы пришли, мы покидаем гостеприимный ресторанчик. Тут буквально нет людей совсем, потому что день будний. И не лето, и не праздники, в общем. Спасибо. Yeah. Couple of words about your restaurant. Welcome to our restaurant, International Cuisine. Uh-huh. And I hope you enjoy with our meal. You used to have Russian girls here. There's many. I'm Egyptian. Uh-huh. The owner is Jordanian and his wife is Russian. Okay. And he's been in Russian a lot and very perusku, chuchu. And my friend Andrea. I am not Russian. She's not Russian. Romanian. Armenian? Romanian. Okay, so you just speak Romanian. Yeah, Barbara. Okay. So thank you for coming and I hope you enjoyed with the meal. Yeah, absolutely. Baka. Thanks.